В Югре разработана схема срочного исследования на коронавирус. Ожидается поступление экспресс-тестов. Сегодня в округе 16 лабораторий делают плановые тесты. В 4 из них анализ может сдать любой желающий при условии отсутствия симптомов. Губернатор Югры поставила задачу расширить количество лабораторий в округе. В Югре используют 4 вида тест-систем. Всего в России их сейчас 17. На сегодня в округе проведено порядка 60 тысяч исследований. На коммерческой основе, по данным регионального оперативного штаба, 25 тысяч. В основном в частных клиниках, которые сотрудничают с сетевыми лабораториями федерального уровня. Результаты готовы на второй-третий день. Формируется цифра обследованных на коронавирусную инфекцию из числа добровольных исследований. В частности, целый ряд предприятий предприняло такую профилактическую меру предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции в коллективы трудящихся. Это предприятия нефтегазодобывающей отрасли.